Давным-давно жил в королевстве Гэллоумир колдун по имени Зарак. Этот невежественный и безжалостный человек ненавидел своих соседей, простых и миролюбивых крестьян, и поднял из-под земли армию демонов, чтобы захватить это королевство и стать его повелителем. Королевский рыцарь сэр Дэниел Фортески возглавил местное ополчение в битве против этой нечестивой орды. Минастрели и по сей день поют песни о том, как он возглавил атаку и бросился в самую гущу войска врага, как он расшвыривал демонов, подобно тому, как коса сечет пшеницу, и, наконец, как он смертельно раненый нашел в себе силы победить колдуна. Фортески вошел в историю как герой Гэллоумира, и благодаря ему началась мирная жизнь, которая длилась без малого сотню лет. Прошло столетие, и колдун возвратился. И всем привет, друзья, это канал Outcast Games. У нас, блин, куда ты поехал? У нас игра новенькая под названием Medieval. Прохождение, потому что у нас Tomb Raider закончился, надо будет следующую проходить. А чё такое, куда улетело, в общем? Я так понял, демка, заставка или что-то типа такое. Блин, да хорош, я ж тут нажимаю, короче, это самое. В общем,
Игрушка у нас 98 года выпуска от разработчика Millennium Interactive. Надо делать вот так, как-то клацать начало. Издатель у нас Sony. Игра у нас в жанре приключенческий 3D-экшен с элементами файтинга. Вот так вот, да. Ладно, заставочка, подождите. Шесть минут уже заставка идет. Если чё. Какая лыба. Склеп Дэна. Дэн, мы за какого Дэна Фортескью играем или кого? Короче, я в эту игрушку не играл. Здорово, ты кто? Но снова стала сэр Дэниел Фортескью. Да, Фортескью. Видите? Герой Галломира, который не выдержал и одной атаки. Войны и время решили превратить пушечное мясо в героя дня. Но мы-то все знаем. Ты кто вообще такой, что ты разговариваешь, слышь? Так, ты все, закончил? Молодчик. Я покажу вам. Это он такое сказал? Оставь его в покое. Судьба подарила ему второй шанс. Шанс забыть позорную правду. Шанс победить Зарака и стать легендой. Надеемся, нам повезет это увидеть. Так он же победил Зарака или нет? Сказали же, что на 100 лет. Это самое, я жду. Пришел, короче, этот оживил меня. Так, я, короче... Ух ты, блин, прикольно. Иди, твою мать. Я в эту игрушку не играл. Medieval. Короче, меня там просили в комментариях, ну, начать ее проходить. Но так как люди эти уже ушли из подписчиков, ну, в смысле, не то, что ушли из подписчиков, они просто, ну, уже не смотрят, так что... Я так понимаю, им будет похер уже. Пройду я ее и не лет. Так, супер удар какой-то нашел, смотри, на квадратик. Так, X просто драться, что такое нолик? Нолик прыжок, хорошо, треугольник, что? Что это ты делаешь такое? Хуяк! Блок, что ли? R1, ни хрена, я... О! Лунная походка! Ой, можно еще и драться, ни хрена себе. Так, хорошо, L1. L1 ничего, L2. Ой, R2. Это у нас, короче, камеру можно вертеть. Окей, ладно. Что тут такое? Чё это? А, найден метательные клинки. А к ним пользоваться-то? Найдена бутыль жизни, руна, звезда, пищучий, чего-то. Чего делать? Как тут использовать чего-нибудь? Селект. Инвентарь. Малый. А я как-то кинул клинок. А как я его кинул-то? Как-то, короче, кинул, не знаю. Какую-то кнопку нажал не ту, наверное, скорее всего. Камера тут не вертится, сказали. А как читать вот эти книжки? А? Да, перемещаясь через мир, вы соберете много предметов, чтобы рассмотреть инвентарь. Нажмите кнопку выбора на джойстике. Надо... А, я, короче, взял этот. Мне вот меч дай лучше, потому что он сейчас их бросать. Что это? Берены. Что такое берены? Это он своей рукой, прикинь, дерется, прикольно. Так, ладно, руку пока назад вставь, пойдем сюда. Чё тут, давайте кого-нибудь не на меня, у меня есть меч. Чё ты скажешь мне? Для сильной атаки нажмите и держите квадратик, я уже это понял. Ты что такое? Какой-то ключ. Найдена руна. Руна Хируна. Окей. Вроде говорили, игрушка прикольная. Не беспокойтесь, когда передвигаетесь на мелководье, но не искушайтесь, когда идете на плавание. Ведь вы не умеете плавать, окей. Значит, это у нас мелководье, здесь можно ничего не бояться. Хорошо, отлично. Кого бить-то? Ты можешь разбить тебя? Можно, что это? Найденный щит. Ух ты, медный щит, да ладно. Монетки, бери. А чё, а зачем монетки? Подожди. А любые сокровища, которые вы найдете, будут ваши. Их количество отображается в верхнем углу экрана. Потом вы можете покупать предметы у жадных торговцев. Вот, блядь, суки, они везде жадные, сука, блядь. Даже в то время были жадные, падлы. Я их зарежу нахер. Мы играем, значит, за какого-то скелета. Сэра какого-то
Fortescue. А вот это что, смотри, текстурка-то это. Ну-ка. Подозрительная. Ну-ка, хуяка-яка-яка. А как ее разбить-то? L1 показывает статус. Хорошо. Секундочку. Так, короче, небольшие отвлекушечки, в общем, погнали дальше идти. Что у нас тут есть? Что? Это я читал. Мне нужно эту штуку как-то вставить сюда, да? И пройти, короче... Опа, он автоматически вставляет. Да ладно, нормально. А ты умеешь бегать? Ой, умеет. Два раза вверх нажимаешь и побежал. Что такое? Подожди, стоп. Надо все читать. Так, через... Чего? Через Головмир проходит след злых деяний Зарака. Вы можете найти... выходы из местности по его мерзкому следу. Хорошо, ладно. Погнали. Погнали наружу. Наружу сейчас посмотрим, чего там такое грязное. Уйо. Сохранить. О, кстати, да. Давай сохраню. Да, записай мне. Проверка карты памяти. Здесь я вроде читал, что... так, записи... Да. Что здесь вроде 22 уровня целых. Так, куда это мы пошли? Кладбище. Икс на уровень, погнали. Вроде 22 уровня, по которым нам надо пройти и Зарака вот этого вот победить. И понять, почему, что у нас там за история такая, я не понял. Вроде игруха. Ты что такое? Слышь? А ну и сюда, бля, рука, слышь? Смотри. Ах ты, падла, не бьется, ладно. А можно сверху бить? Какой ты прикольный, блин. Так, ладно. Вроде игруха. Чего вроде игруха? Вроде игруха, хер его знает чего. Прикольная вроде писали. Игра-легенда, можно так сказать. Это прям вообще. Ну, я не знаю, я... Здорово! А ты чё, слышь, ты меня бьёшь, ах ты падла. Нифига себе, 30 хпшки мне уже снес. Так, ладно, что ты мне скажешь? Приглашаем вас на в любимый Головмер. Вонючий мертвец, безжизнен и... Безжизнен... Безжизнен? И они нуждаются в вашем мертвом теле. Спасибо. А я нуждаюсь в их мертвом теле. Что такое 3%? Что-то 3% собрал, и что дальше? Хорошо, я буду все лазить. Так, а как вас бить? Так, чтобы меня не били. Или может их мощной атакой? А, вот так, смотри, отходишь, короче, и валишь. Ладно, окей, я понял уже, как драться. Отличненько, нормально. Только если на меня толпа налетит, что я буду делать? Сир. Сир. Оу, сир. И сир, иди сюда, сир. Сир, на бок, сир. Да куда ты? Слышь, как ты ходишь? А, он... в смысле, он от камеры ходит? А, понятно, он как камера стоит, он ходит от нее. Смотри, если камера вот тут, то он идет сюда. Если камера будет вот так, смотри, если я назад нажимаю, он идет вперед. А если я назад нажму, он будет сюда идти. Короче, понятно, он к камере работает. Ладненько, я тебя раскусил. Что это? Это у нас руна, куда-то ее надо вставить. Давай побежали. Блин, немножко неудобно вот это бегать, потому что два раза вперед нажимать. А где мои эти? Так, спокойно, вот так к камере встаем. И машем. Хорошо, понял немножко, все равно как драться. Иди сюда. Иди сюда, слышь. Блять, безголовый ты, придурок. Что это такое? О, жизнь похиляла. Ага, окей, ща. Вот это жизнь хиляет. Я понял. Не дайте зомби заполучить вас. Ранения имеют способность заживать. Чё? Ранение имеет способность заживать только когда... А, тут красная рука, вижу. Окей, значит, мне сюда не надо. А вот там... А, блядь, все закрыто. Пошли сюда. Сейчас смотри, какая на меня толпа налетит просто. Эй! Мертвые эти, как их у вас? Упыри. Ха-ха. Это бомжи. Это не мертвые упыри, это бомжи реально. Давай, давай, мочи, мочи, мочи. Хорош, отлично. Даже не потратил ни одной хпшки. Что такое? А зачем? Подожди. А, монетки, вам сказали, в торговцев что-то можно будет купить у жадных торговцев. Ну, торговцы всегда жадные. Они во все времена были жадные. Почему камеру нельзя вертеть? Не всегда. Блять, не вижу ни хрена. Давай сохранюсь вот здесь. Почему бы и нет, собственно. Так, кто там на меня еще? О, еще куча, давай. Раз на раз. А если я сейчас сильным попробую и пеннуть? Хо-чо-чо-чо-чо! Ах ты сык. Блин, как мне на него навестись?
Ага, отлично. Этот меня не заметил, а этот меня заметит. Да как ты меня видишь? Ты же без головы. А ты... не забывайте, за останками следит ангел. Чё? Какой ангел? Хранитель. Тот, что... На, сука. Блин, прикольная игруха. А если я два раза вперед... Вот так. А, два раза. Нет, так нельзя. Хорошо, ладно. А если вот так... Нет, я думал, кувырок может он делать как-то. О, что за кубок? Как туда попасть? Что за кубок-то? Хорошо, ладно, кубок. Что-то кубок. Ты кто такой? Сука. Гребаные, блядь, зомби. Зомби. Ага, хорош. Но это жители были. Нет, это зомби, это не жители. Потому что у них бошек нет. А куда мне идти? Блин, камера не вертится, вот это плохо. Она не всегда вертится, она мне сюда. Окей. Так, ты чё? А мир живет вне этих ворот черепа. Владелец хилтоп мавзолея, демон цветного стекла, владеет ключом черепа. Чего? А чё с А, вот, это блок, это щит у меня 150. Я могу заблокировать 150 урона, да? Так, кто там на меня? Ах ты, сука, такая пьяная, блядь. Куда ли? 84%. Ага, это я убил чувака 84%. Хорошо. Ну, блин, ну R1, это я вижу, мне будет прям помогать всю игру, просто всю игру. Я только через R1 и дерусь. Класс. Это зыбучий песок? Страшно мне. Би-би-би-би-би-би-би-би-би. Хорош. Иди сюда. Это зыбучий песок, нет? Я тут нормально хожу? А теперь кубок может быть собран. Какой кубок? Вот тот кубок, так а подожди, он закрыт. Там кубок был какой-то, ну-ка побежали. Может он открылся? А где он? А где он, подожди? Он где-то тут был. Да иди твою мать, где ты есть? Вот ты тут. А тут закрыто. Алло, как к нему попасть? А к нему некак попасть? Там заборчик. Заборчик я не перепрыгну. Ладно. А там еще один кубок вроде был где-то, я его тут видел. Или где? А, тут чувак стоит. Ладненько. Разберемся. Разберемся совсем. Потихоньку. О, а как тут? Подожди, я туда смогу выйти? Ты можешь побежать? Ты, сука, дурень. Вот ты... Ну, давай, сир, давай быстрее. Нет, не допрыгивает. А как туда? А может быть вот так? Нет, не пускают. В смысле? А там же он, это, сокровище. Как туда попасть-то? Алло. Ты кто? А, ты башка. Стоп, пешечка я-то заберу. Ой, блядь! Столько монеток было, и ну тут подстава. А ты кто такой? Слышь, ну-ка, и говори. Вещуй! Тюрглец. Чё тюрглец? А что такое тюрглец? Что такое тюрглец? Выбери вещь тюрглец. Что такое тюрглец? Инвентарь. Малый меч, метательные клинки, медный щит, брыны. А что такое тюрглец? Хотя бы картинку нарисовали бы, я ж хрен его знает, что я буду покупать мешка в коте, что ли? В смысле, кота в мешке? Блять, беги. Ага, отлично. А вот это головый чувак, значит, это, блин, житель был. Ну я, что я сделаю? Они зомбари, я не могу их оставить в живых, в принципе. Так, подожди, чувак, не дури. У тебя башки нет, как ты орешь-то вообще? Хорошо. Как мне кубок-то забрать-то, вот прикол. Так, вот этот вот манекен прям бегает четко. Ага, оп. Ага, хилка. Отлично. Ага, ой, да вы такие прям никчемные, ребятки. А ты падай, давай, слышь. Блять, камеру теперь не могу повернуть из-за того, что он упал, сука. Ну-ка, стою, апша. А хилка, интересно, бесконечная? Ой, привет. Чувак, тебя там не заметил. Найден медный щит. Да блин, ты можешь нормально к этому отнестись? Сука, он меня кцапнул. Ну-ка, стой. Медный щит.
Опять медный щит. Так, а подожди, а почему не добавилось? Или 150% у него максималка? Я сюда смогу зайти? Не забудьте подобрать Челси. Да как его подобрать-то, едить твою мать? Ты мне объясни сначала. Потому что там закрыто. Челси, говорят. Человек говорит, Челси забери. Какое Челси? Клуб, что ли, футбольный? Давай заберу. А как его забрать-то? Этот ваш Челси. Блять, где тут этот проход-то? А как его забрать-то? Он там закрыт. Я же ничего не могу сделать. Здесь некуда больше идти. Смотри. Сюда нельзя. Может, только где-то можно перепрыгнуть? Типа там через заборчик, я не знаю. Тут нельзя, смотри, нельзя ничего сделать. Может, тебя? Нет. А кого? Челси, как тебя забрать? Так, смотри. Ну тут ничего нет, я не вижу ничего. Ты не перепрыгиваешь через этот, правильно? Нет, он не перепрыгивает. Ну и что ты хочешь от меня? Может, ты? О! Да ладно. Она крутит. А что такое кубок, Челси? А, каждый раз вы, ек Челси, посылаете к врагу Челси. Однажды вы соберетесь в Челси и посетите священный зал героев, чтобы взять приз. Челси находится в каждой области Головмер, Райлерды. Они все скрыты или хорошо охраняются, только истинный герой сможет собрать весь комплект. Но мы же с вами истинные герои, мы соберем весь комплект. Зал героев ожидает. Хорошо. Давайте на этом серию тогда закончим. Смотри, кубок я взял. Мне надо как-то, наверное, сейчас открыть вон ту, да? А, и чё? Чё это открыло? Ага, вот открыла. Все, пойдем в следующей серии тогда туда. Прикольная игрушка такая, мне пока что все нравится. Очень даже такая веселенькая такая и графика. Все цветастое такое, клевое. Чувак у нас прикольный, с глазом, смотри, каким-то. О! Да ладно, есть от первого лица вид почти. От третьего. Смотри, какой. Лыба какая, бля, зубы тебя какие. А что они такие, слышите, на всю башку? Иди твою мать, ты прикольный чувак вообще. Короче, давайте, ребятки, всем спасибо за просмотр. Ссылки в описании будут под видео. Комментируйте, рассказывайте что-нибудь интересненькое по этой игре. И всем до встречи в следующей серии Merry Evil. Да, все, всем пока.